Мир вам! Продолжение ремонта. Рабочий метод. Так, вчера в этой комнате обратным кладом ламинат кинули. Сегодня будем заниматься вот этой комнатой. Сейчас я ее разгребу. И мы туда продолжимся. Также попробуем, если будем успевать, сюда тумбочки и все остальные причиндалы потихоньку ставить. Так, ребята, продолжаем вкусную тему. Сегодня у нас плов. Да не простой плов, а очень много наложенный плов. Очень вкусный, рассыпчатый плов. Таджикский. Почему таджикский? Потому что здесь желтый горох, морковка, очень много мяса. Тоже, если вот эту вот порцию съедаешь, вечером жену расстраиваешь, не ужиная.
поделиться с вами насчет сантехнических кранчиков. Мы стараемся ставить их сразу под краном или под любой точкой, вот водоточкой, для того, чтобы было удобно и сразу можно было перекрыть. То есть вот такие красивенькие кранчики мы ставим, давно уже ставим. То есть в таких больших магазинах они стоят дорого, почти 500 рублей, по-моему, да, где-то? Да, около 500 рублей. А вот где мы закупаемся, они 200 с чем-то стоят. То есть на порядок дешевле. И смотрятся они очень красиво. В дальнейшем вам показано, как они выглядят уже непосредственно на месте. Смотрите. Добрый вечер, уважаемые зрители канала, подписчики, а также друзья. Закончился 33-й день наших отделочных работ на объекте. За сегодня положили последний объем по комнатам. Осталось только подрезочки. Здесь вот балкон. Все. Все лежит, все красиво, все как надо. Такие щельки 1,5-сантиметровые. Также хотим показать вам краны тимовские. При монтаже они вот смотрятся, в данном случае это для подбойлер. Вот так вот симпатично смотрится. Квадратненькие и крутится. Внутри стоят обычные кран-буксы. Ну, долговечность где-то 3-4 года, в зависимости, опять же, от воды. Также стоят вот тимовские под стиралку кран, установили между делом. И установили, получается, смеситель с такой штангой. Вот так это все у нас выглядит. Смеситель тоже взят в этом же стиле, можно сказать. Получается вообще прикольно. Здесь поставили без отражателей, потому что будет внутри навесного шкафа. Завтра будем его вешать как раз. Все покажем, все расскажем. Здесь тоже вот осталось сделать подрезочки. Все у нас подрезочки. Также это напилочная переехала, можно сказать, в эту комнату временно. Вот как-то так. На этой хорошей ноте хотим попрощаться с вами. До новых встреч. Смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте. Всего хорошего.